пальма с кокосовыми орехами. Какие хорошенькие. Во Флориде растет около 100 видов разных пальм. Завтра мы уже уезжаем домой. Я вам еще сниму несколько видов пальм. Мы, конечно, соскучились уже за домом, за нашим Мичиганом, за нашими елочками, цветочками, рыбками, что там с виноградом, не знаем. Ну, а сегодня прощание с Флоридой. А вот как выглядит в природе папайя. Очень много вижу таких деревьев, особенно возле речки. Жизнь их коротка. Растут только несколько лет и гибнут. Тропическая экзотика. Как маленькие бананчики сверху. Возле дома растет вот такая пальма. Вот такая чебуречная на колесиках, которую ты можешь встретить в Норпорте и насладиться вкусными чебуреками из нашей Салдепии, из нашего детства. Вот уличная еда Флориды. Мы вчера покупали эти чебуреки, они возле озера минерального всегда есть. Вот такая чебуречная. Блинчики и сырники под заказ. Чебуреки $4. С курицей, с капустой, с сыром, с говядиной и с бараниной. А вот ждут на заказ. И кэш можно платить, и карточкой рассчитываться. И кофе попить можно. Вот такая плита. Получаем наши чебуречки. А, карточка или лица? Кешем. Окей. Спасибо. Спасибо большое. Здесь в большом пакете 3 и в маленьком 1. Спасибо. Они в фольге завернуты. Ой, какой красивенький. Ох, какой чебуречек. Так как мы завтра собираемся домой, то дома сегодня готовить ничего не будем. И как вы думаете, куда поедем? Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа Юра с Детройта. И мы снова в дороге, как всегда. На этот раз едем в ресторан. Этот пастор. Ну а сегодня мы приехали в китайский ресторан. Китайский буфет. Буфет Сити. Чайна Сити. На Томьяме. Мясо жареное. Нет, там написано Норпорт. Ага. А может Шарлотт? Дерево нас такое розовое встречает. А здесь медузки подвязаны. Буфет новый открылся буквально 2 года назад. Я люблю японские и китайские буфеты новые, потому что в старых я не люблю этот запах. Рыбки кои? А здесь очень красиво, смотрите. Друзья, ну а сегодня мы в китайском буфете.
Приглашаем вас, покажем, какое разнообразие морских продуктов и какой ассортимент в китайском буфете на побережье океана. Ресторан достаточно большой. Яйца, салатики, брокколи салат, с крабовых палочек салат, восьминожки, а также креветочки. А это яичный пудинг. Кляре креветки, пирожки. Пирожки. Мясо. С мясом, да? Нет, это пирожки с капустой. Но с яйцами они. Курица жареная. Все так же курица жареная. На палочке. Курица в орехах. Это сладкий картонный батат. Яичная тарталетка, сосиски в слоеном тесте, чикен наггетс, это также пирожки и вот их пампушки. И картошка жареная и френч фрай, картошка фри. Грибочки. А это терияки чикен. Кусочки курицы в соусе терияки. Он немножко острый. Все было. Да. Угу. А здесь говядина с перцем. А здесь курица с брокколи. И шампиньоны. Тата уже набрал тарелочку. А здесь говядина с перцем. Вот это говядина. Это чипсы, как хлебушек. Это курица. А здесь также куриные крылышки. Это кисло-сладкий соус. Курица в кисло-сладком соусе. Это жареные дамплинги. Это как пельмени. Как пельмени. И рис. Фрайд, жареный рис, соус соевый, ломаин, макароны, рисовые макароны, а здесь жареная картошка, креветки, курица гавайская, а это курица хани чикен. Курица с медом. Конечно, очень большое разнообразие. Барбекю рибс. Барбекю. Ребра на барбекю. Брокколи. Стручковая фасоль. А здесь картошка пюре. Подлива к ней. И вот эти red bun pin. Из теста ихние баны. С фасолью. Это фасолевый суп. Здесь также зеленый лук, чипсики эти очень вкусные, тортильчики, чашечки для супа. Это острый суп, яичный суп китайский, популярный. А это сиафуд, морской суп, креветки, свиные ушки, кукуруза, колбаска, сосиски. Ну а здесь традиционное масло, булочки, пицца, apple pie, пирог с яблоками. Это грибочки фаршированные.
Roasted chicken, запеченная в духовке, красная рыба, ham, рыба белая, соевый соус. Здесь макароны, чиз макарони, брокколи с сыром, креветки с сыром. А здесь вам могут приготовить, выбираете, здесь сырые продукты. Курица сырая, говядина, креветки, крабы, палочки, макароны, приправы разные, яйца, рис, овощи. И пиво здесь также можно купить. Вы набираете проросшие зерна, капуста, грибочки. Вы набираете и вам готовят на плите. Мороженое здесь с машины. А, много холодильников. Ну и смотрим, какие сладости. Заварные. Вижу пудинг, рулетики, кукурузные печенья, лимонный кейк, шоколадные бисквитные капкейки и кофейный шоколадный кейк. Такие пироженки порезанные. Жали сверху. Здесь также такой салатный ряд. Здесь свежие овощи и морские продукты. Лимон, томатная паста. Морские гребешки. Креветки, капуста, разные соусы. Здесь сыр натертый. Соусы, творог, лук, бобы, маринованные огурцы, маслины. Свекла. А здесь также сушеный хлебушек, сушеный бекончик, печенюшки разные и сладкий фруктовый стол. Желе, груши, персики, мандарины маринованные. Банан всегда в китайских ресторанах подают. Strawberry jelly в клубничном желе, ананасы, дыня, апельсины. Апельсины здесь очень вкусные, такие сладкие. Ну и рыбка какая. Ну и суши. Конечно, суши большое разнообразие. Калифорния ролл. Тутомаки ролл. С икрой черной и красной. Очень большое разнообразие. Вулкану, суши, рейнбоу, радуга, жареные суши, ниагири. Ассортимент очень большой. С красной, с белой рыбой, с креветочками. Здесь салатные ряды. Морская капуста, эдемем, соя в стручках, соя бобы, кимчи традиционные, салат из морских продуктов, краб мид салат, джинджер, ну и васаби и соевый соус. Вот моя традиционная тарелка. Восьминоги, креветки и салат из крабовых палочек. Вот все, что я беру. Ну, еще можно брокколи. И зачем я сюда хожу? Одно только и то же ем. Еще потом суши несколько возьму. Доберу еще несколько салатиков. Ну и, конечно, никогда не отказываюсь. Всегда беру салат из морской капусты и джинджер. Нам приятного аппетита всем. У тата с мамой только мясные продукты. Они идут китайские покушать мясо. Ну а у нас морские. Восьминожек.
Что не ешь? А ну ешь его быстро. Да надо. Да. Он упирается. По одной ножке седаешь? Смотри. Самая лучшая рыба – это мясо. Колбаса. Куриное. А, колбаса, да? Да. Самая лучшая колбаса – то панчоха с гришкой. Сколько всяких есть народных премудростей. Набрала такую тарелочку для мамы с садом, сладостей. Ну, а Юра набирает овощи и фрукты. Не овощи, а фрукты. Ой, фрукты только. А Юра набирает фрукты. А что, мандаринка вкусная? Маринованная? Консервированная вкусная? Жилейки почему никто не берет? Ананасик. У нас дома еще есть. А что такое белое? Дыня? Дыня, дыня. Я думаю, надо белое меньше, так? Ага. Ну, а также на Флориде апельсины. Ну да, они вкусные, сладкие. Я несу тату с мамой. Я несу тату с мамой. Печеньки счастья. Я помню. Да. Так. И чек на $66.28. Плюс $20 типы. Получается около $90 заплатили. Да? А вот белое. Какое белое? Ага. Вот нам таких надо три штуки. Мы, конечно, не домой. Купили мед из пальмы, а также апельсиновый. И купим на ужин пиццу. Ну и, конечно, как без пиццы в Америке? Little Caesar, маленький Цезарь. Подвозят кому-то заказ на $141. Наверное, праздник кого-то. Традиционные печенюшки с M&M's и миндалем. Ну и разные виды пиццы. Берем пепперони, crazy bread и chicken wings берем. Снова заправляем бензин. $3.20. Дешевле немножко здесь, да? Чем у нас. Но очень мало. Раньше была большая разница между ценой на бензин в Мичигане, штате и Флориде. Так, какой раз заправляем? 6-й. С дорогой вместе. Дорога. 6-й. И еще 4 на дорогу. Нужно будет заправиться назад. 8 заправок на отдых. По 50 с чем-то долларов. Около $500 на дорогу уходит, да? Максимум. Вот такой мой флоридский супермен.
Хочешь домой уже? И хочется, и жалко оставлять Флориду, да? Я хочу, так как домой, хочу на Норт или поехать на север. Рыбки половить, покоптить, пожарить. 50 баррел, на. Заправились на $51.42. Почти пустая была. Поехали дальше. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что отдыхали вместе с нами. Надеюсь, вам было интересно. Ну а завтра, я уже говорила, мы возвращаемся в Мичиган, на север Америки. Так что снова машиной. Уже снимать дорогу не буду. Встретимся в Мичигане, в Детройте. До новой встречи. Пока-пока. У нас еще есть несколько интересных видео, несколько интересных идей. Мы сравним жизнь в Мичигане и жизнь на Флориде. Какой штат лучше для жизни? Ну а пока, счастливого нам пути. Ну а вам всего самого лучшего. Мира, счастья, любви и добра. Главное, мира. Ну а вы пишите, где вам понравилось. Наш северный Мичиган или южная теплая Флорида. Ждем ваших комментариев.